Всем привет! С вами канал Стофики и я ваш любимый Санечка. Сегодня мы приехали на озеро Окуневое. Второй раз. Потому что, помните, да, в предыдущей записи, там, где мы порыбачили сначала на озере Зеленом, а потом мы переехали и порыбачили на озере Окуневом. Там мы попытались поснимать немного подводную съемку, но очень была она ужасной. Поэтому в этот раз мы уже приехали, как говорится, полностью вооруженные. Сделали приблуду, это чисто удочка, на ней через нее пропустили шнур, на шнуре повесили видеокамеру, опустили в воду и снимает она. Вот, кстати, вы видели на записи. Сегодня у нас погода отличная. Сегодня у нас 22 градуса, ветер, конечно, сильный, 7 метров в секунду, но это хорошо, потому что нету комаров. А водов много, а комаров нет, это самое главное. Сегодня мы рыбачим, это Калюнька, его сын Саня и Калюнька Саркози, как мы его зовем. Озеро Окуневое, вода прозрачная, ну вы сами видите по записям, очень чистая, пьешь, как говорится, ну, класс, класс, ребята, класс. Раньше здесь в 90-е годы, когда я сюда еще ходил пешком, представляете, 22 километра я шел пешком сюда, вот, с Яковлевичем, здесь была только одна щука, вот, хотя вот Калюнька говорит, что здесь раньше была даже белая рыба. Пелять, сик. Так вот, в 90-е годы, вы сами знаете, было очень туго с получкой, было мало денег, и поэтому браконьеры сюда тоже наведывались и вычерпали это озеро неводом. И вот Калюнька говорит, что невод был ячья где-то 20 миллиметров всего лишь. Вот. Представляете, да, здесь вообще рыбы не было, долго не было рыбы здесь. Но сейчас, вот видите, все, окунь расплодился наконец-то, и мы начали здесь рыбачить. Вот, окуня здесь хорошие, вот, клюют, сами видите, как из пулемета, классно, в общем. Закидывать не надо, опустил, подергал и вытаскиваешь окушка. Такая вот, чисто вот такая, на расслабухе. А вода, конечно, вот, да, дают сегодня жару. Сами видите, вон, катаются на кольке, просто катаются. В прошлый раз, когда мы рыбачили, Калюнька вместе со своим сыном Саней, вы помните, да, и вот смотрели же в видео, они поймали на озере Зеленом, поймали 6 щук. И ни одну не пожарили, потому что, когда чистили, они очень сильно воняли тиной. Представляете, у нас тоже рыба иногда и воняет. А это озеро Окуневое, оно даже не цветет, потому что такое вот оно чистенькое. Мы сюда с Калюнькой как-то приезжали зимой порыбачить. И вы знаете, тоже клюют точно такие же окуня, хорошие, но, конечно, не чета лету. Конечно, очень-очень редко. Но такие же экземпляры. Глубина здесь где-то в пределах 3 метров. Вот пробуриваемся, начинаем рыбачить, ну, где-то метра 3. Но клюет также хорошо. В основном это на балансиры, на блесенку колыбалочку. На блесенку колебалочку. Вот, где-то сантиметров 5-6. И клюет такие достойные окуня. Это хорошо. Нравится. Вот. Нам это озеро очень полюбилась тем, что здесь, честно говоря, сеток никто не ставит, потому что один окунь. Это озеро, как говорится, оно пролетное. Это пролетели на мотоциклах или там на квадроциклах, и никто здесь не останавливается. Одни только мы здесь рыбачим. Приехали мы сюда, как всегда, на наших любимых мотоциклах. Сюда можно проехать только на одиночке мотоцикле, на велосипеде, пешком, ну и на квадроцикле. Вот как-то вот, ну, постараюсь в следующих записях вам показать именно как мы добираемся, где мы переезжаем. Тамарки. Тамарки — это ручьи, у нас их просто так, они их называют так.
речка, хотя там не речка, а ручеек, но все равно пишется речка Тамарка. Вот Тамарка одна, Тамарка вторая, Тамарка третья. Вот мы через все это перебираемся. Мимо Рудаковского, там тоже увидите по записям, как мы пробираемся. Там вообще очень тяжело, где-то метров 800 просто свыше второй скорости не переключаешься, в основном первая, вторая, а пассажир всегда идет пешком. Вот. Ну так, тяжеловатенько. Вот. Но ничего, добираемся. Нам нравятся эти походы. Мы просто от них кайфуем. Рыба как таковая нам уж сильно так, чтобы аж до жиру. Нам этого не нужно. Нам главное отдохнуть, прекрасно провести время. Вот. Ну, там поймали с десяточек, и все, и нам хватит. Мы покушали для того, чтобы в следующий раз опять поехать и отдохнуть на рыбалку. И уже что-то давно я перестал, дорогие мои подписчики, всем вам передавать приветы. Не буду сейчас вот называть каналы, какие есть и так далее. Я просто, ребят, я вас всех очень сильно люблю, уважаю за то, что вы меня смотрите, за то, что вы мне пишите такие прекрасные комментарии, за то, что мы с вами общаемся. Всем вам огромный привет. Я рад, что мы все вместе. И присоединяйтесь, ребят, давайте в одно целое, давайте это сделаем такую, не знаю, одну такую большую организацию, чтобы мы были все вместе там, как одно целое. Это рыболовное братство, чтобы нас все видели, чтобы нас все узнавали. Вот как у меня вот этот вот значок стоит. Если, ребят, кому-то этот нужен значок, пишите. Я просто буду на него оставлять ссылки, вы его забираете, оставляйте в себе в видео. Пускай все про нас знают. Ну, ребят, еще раз. Ну, классно же, когда мы все вместе. Серьезно говорю, классно. Ну что ж, вот столечко поймал каленька рыбы. Ну, примерно столько же и я. Окушки такие хорошие. Могу сказать, где-то что-то мы с собой грамм 300-200 точно есть в них. А что, уже на глаз уже знаем уже. Что возить-то? Так вот с собой. Не, ну это понятно. Дома специально куплено два безмена. В одном безмене даже есть такая фигня. Тоже китайский, конечно. Вводишь, короче, сумму, сколько стоит килограмм, взвешиваешь, и у тебя сумма выскакивает. ЮПРСТ. Вы видите, сколько их там на моцике? Мой моцик облепили. Вот так вот у нас здесь на севере этой машкары. Но еще впереди еще будет гнус у нас, впереди еще... Ой, ну... Это машкара такая огромная. Да. Вот машкара, так машкара. Это, да. Овод так овод. Ой, машкара так машкара. Оводистая такая. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Скажем большое-большое спасибо этому озеру Огнёвому. Мы собираемся домой. А это наловил Санёк. А вот Саня поймал. У него, кстати, еще и щучка есть. Он самый хитрый Юрий. Она повисла. Повесилась. Щучка небольшая, где-то, ну, где-то так до килограммчика будет. Ну и тут, если так вот быстренько, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 с щукой. Представляете? Наловили. Так вот, нехотя. Ну, честно говорю, я рад за такую рыбалку. Еще и с подводными съемками. Саня, довольный? Довольный. Довольный, самое главное. Сейчас мы ждем, еще Саркози придет. Все, ребят, смотрите нас. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был ваш любимый Санечка. Пока.